Всем йоу, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами, как всегда, я, Файндер. И сегодня мы с вами поговорим о том, как можно быстро и просто подставить 3D-объект в твой After Effects. На примере вот такого вот шота с Годзиллой, потому что это последний фильм, который я успел посмотреть в кинотеатре. И он меня даже очень сильно порадовал, потому что там было очень много эффектов и так далее. Так что если не успели сходить, посмотрите его. Ну а ты, конечно же, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и колокольчик. Это же важно. Ну а прежде я отснял вот такой вот шот с лесом. И скачал из инета вот такую Годзиллу и подредачил ее слегка в блендере. После чего в After Effects мы его переносим на рабочий стол. Нажимаем на него правой кнопкой мыши. Выбираем отслеживание камеры. Чутка ждем и получаем вот такую штуку. Делаем привязку к одной из точек и нажимаем создать пустые камеру. После чего у нас на таймлайне появятся еще две дорожки. Дальше выбираем основной слой, заходим в раздел с эффектами, коррекция цвета и выбираем оттенок и кривые. Играемся с ними, делаем более темное и местами такое туманное небо. После создаем сплошной слой с заливкой. И поверх него кидаем плагин. В моем случае я буду использовать плагин Element 3D от Copilot. Ссылку на скачивание его я оставлю у себя в Telegram. Дальше тыкаем вот сюда, и у нас открывается еще одно окно. Перекидываем сюда нашу Годзиллу. Вот тут добавляем ей текстурки. И я ей еще изменил центр, так как изначально он был неисправен. Потом нажимаем сюда и выбираем фон и свет, который на нее будет ложиться. Тут нужно подобрать самый подходящий к вашему шоту. Я лично выбрал вот этот. Все, после этого нажимаем ОК, и Годзилла у нас появляется в кадре. В первой группе меняем ей позицию и размер. А дальше открываем раздел Blend, ставим вот сюда галочку, и тут же начинаем играться с ползунками и слегка деформировать ее. Также не забываем оставлять ключевые кадры, чтобы она у нас с вами анимировалась. Дальше я совсем чуть-чуть поигрался со светом и получил вот такой шот. К сожалению, из-за того, что у меня крашнулся диск C, отрендерить в хорошем качестве я не успел. А также доработать ее до конца. Но если актив под этим роликом будет хороший, то я полностью заново переработаю и покажу еще пару интересных фишек. А вот такой шот у меня в итоге вышел. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Не забывайте написать в комментиках, как вам моя Годзилла. Я думаю, она получилась даже круче, чем в кино. Не забывайте про лайкусик, подписочку, комментик. И увидимся с вами в новых роликах. До скорых встреч. Пока-пока.